Санкт-Петербург, Василий Островский район. Детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. К ней возводится пристройка площадью 200 квадратных метров. Здесь будут располагаться медкабинет, душевые комнаты, прачечная, раздевалка. Все это поступит в распоряжение женской молодежной сборной по хоккею. Фундаментом для нового здания послужат винтовые сваи компании «Свайгоз». Учитывая, что в земле оказалось много строительного мусора, выбран вариант механического монтажа. Уровень шума от работающей техники минимален, так же, как и воздействие вибрации. Эти преимущества технологии дают возможность возводить фундамент для любого объекта строительства в условиях плотной городской застройки и даже в окружении памятников истории и культуры. Всего за несколько часов специалисты компании «Свайгост» построили аккуратное свайное поле. При этом каждую винтовую сваю заполнили цементно-песчаным раствором. Он защищает металлическую опору от коррозии изнутри. Снаружи те же функции выполняет двойной слой износостойкой эпоксидной эмали. Наверх винтовой сваи наварена головок, и после этого она фактически готова к приему полезной нагрузки. По традиции, при строительстве фундамента для спортивного сооружения специалисты компании «Свайгост» закладывают двойной запас прочности. Такой фундамент абсолютно надежен, безопасен и экономичен. Срок службы винтовых свай составляет более 100 лет. Уже в августе женская молодежная команда по хоккею с шайбой приедет со сборов из Финляндии и сможет в полной мере ощутить удобство нового помещения.